Здравствуйте, в эфире телеканал Обнинск ТВ Новости, в студии Дарья Человекова. И Георгий Розываев, коротко о главном. День моряков-подводников. У памятника первопроходцам атомного подводного флота России в Обнинске сегодня состоялся митинг с участием как действующих моряков, так и ветеранов. «Крым наш» балабановцы отметили 5-летие воссоединения Крыма с Россией концертом. С рабочим визитом Обнинский медицинский радиологический научный центр имени ЦИБА посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич. Женщина погибла, попав под поезд. О том, как в дальнейшем избежать трагедии, подобно той, что случилось на железнодорожном переходе в Балабанове, говорили в местной администрации. Сегодня российские моряки-подводники отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1906 году по указу Николая II в классификацию военных кораблей был включен новый разряд подводной лодки. У памятника первопроходцам атомного подводного флота России по случаю памятной даты состоялся митинг с участием как действующих моряков, так и ветеранов. Участие в мероприятии приняли военные моряки, представлявшие Обнинский учебный центр военно-морская академия, кадеты и юнги лицея «Держава», ветераны атомного подводного флота. К морякам-подводникам с приветственными словами обратились руководители Наукограда. Город Обнинск гордится тем, что он является городом атомного флота, что в нашем городе есть учебный центр, в который вы время от времени приезжаете для повышения вашей боевой готовности. И уезжая отсюда, у нас появляется уверенность, что вы будете безукоризненно, без всяких происшествий служить и вернетесь к своим близким целыми и здоровыми. И мы совершенно спокойны за то, что границы нашей большой, огромной родины защищены вами, моряками-подводниками. Благодаря развитию техники и науки подводный флот стал одной из основных ударных сил, способной решать важные стратегические задачи. Одним из важных событий в развитии военно-морских сил стало строительство субмарин с атомными энергетическими установками. Непосредственное отношение к этому имеет город Обнинск, судьба которого неразрывно связана с становлением атомного подводного флота. День моряка-подводника олицетворяет уважение всего народа к тому труду, той службе, которую вы отдаете нашей родине, подводным силам. Вы, товарищи подводники, сегодня выполняете высокую миссию быть на острие, потому что, родившись, наш подводный флот стал главной ударной силой в военно-морском флоте. Говорят так, что бывших подводников не бывает, поэтому и тех, кто когда-то бороздил просторы практически всех океанов, и сегодняшним подводникам, успешно решающим задачи во всем мировом пространстве, пожелать хотел бы здоровья. Флот российский возрождается, невзирая ни на что. По окончании митинга были возложены цветы к мемориалу первопроходцам атомного флота, рубке подводной лодки К-14. У российского подводного флота богатая героическая история, а моряки-подводники – это смелые, мужественные и преданные своему долгу люди, которые стоят на страже нашей необъятной родины. Кристина Забошко, Сергей Мокрицов, Обнинск ТВ. Во всех городах России в эти дни проходят разнообразные мероприятия, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией. В Балабановском сквере Победы в минувший понедельник состоялся митинг-концерт, приуроченный к этой значимой в истории страны дате. 18 марта 2014 года президент Российской Федерации, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России. До этого на полуострове состоялся референдум, в ходе которого
96% его участников высказались за присоединение Крыма к России. В 2014 году мы работали волонтерами на Паралимпийских играх в Сочи. И как раз 16 марта, когда подводились результаты референдума по Крыму, мы волонтерские, все волонтеры в Олимпийской деревне смотрели это все в прямом эфире. И когда стало известно, что Крым вернулся в состав России, там ликовали все Олимпийской деревни. Конечно, важно, что Крым возвращается в страну, потому что наши граждане все же жизнь там жили русские, поэтому русские вернулись обратно в семью. В честь этого события в городах нашей страны проходят многочисленные мероприятия, в том числе и в Балабанове. 18 марта в сквере Победы состоялся праздничный митинг. Мы празднуем с вами замечательную дату в нашей новой российской истории. Все мы знаем и Крым, и Севастополь, как места, которые покрыли себя неувидаемой славой во все времена и политые нашей русской кровью. Поэтому эта история нам наиболее близка и дорога именно сейчас, когда Крым становится все ближе и ближе. И не только благодаря тому, что он соединен теперь с нами Крымским мостом, а просто потому, что он становится органической частью нашего российского государства. На мероприятии также состоялось вручение знаков в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Валентине Трофимовне Соколовой, пережившей эти страшные дни. Завершился балабановский митинг праздничным концертом. А я живу в России, в самой крайней точке бытия. Я живу в России, это просто родина моя. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Девятнадцатого марта состоялся визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича в медицинский радиологический научный центр имени ЦИБА. В ходе визита прошла пресс-конференция с участием посла, представителей Обнинской администрации и медицинского центра. Гости посетили мемориальный музей Анатолия ЦИБА, осмотрели клинические подразделения. Славенко Терзич говорил о важности сотрудничества медицинского радиологического научного центра, Министерства здравоохранения и онкологического института Сербии. Я лично, как человек науки, на данный момент дипломатии, считаю это очень важным. А хочу добавить, что ваш лидер, который вы сказали, 2 месяца тому назад был в Сербии, был очень хороший дружеский визит, который еще был один толчок нашему общему сотрудничеству. По видеосвязи сербских гостей приветствовал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Это не первый визит сербских гостей в Обнинск. В июне 2017 года Наукоград принимал делегацию из сербской общины Палилула, муниципалитета в составе Белграда. В октябре между Обнинском и общиной Палилула было заключено соглашение о побратимстве. Славенко Терзич является чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Российской Федерации уже 7-й год, а впервые побывал в России в 1981 году в научной командировке. Сотрудники медицинского радиологического научного центра представили свое учреждение в презентации, рассказали о научных направлениях, которыми занимается центр. Основные направления работы – лучевая и фотонная терапия. Мы работаем по самым современным методикам. Благодаря этому мы уменьшаем количество послучевых повреждений, которые могут быть в результате лучевой терапии. Гости осмотрели мемориальный музей-кабинет Анатолия Федоровича ЦИБА, который представила его дочь Елена Анатольевна. Директор медицинского центра Сергей Иванов вручил Славенко Терзичу памятную медаль. Я уже вижу огромные возможности нашего сотрудничества. В Белграде существует онкологический институт. Тоже, мне кажется, где-то около, может быть, 60-70 лет. Но, мне кажется, нет такого масштаба, может быть, нет такого опыта, как ваш институт. Я вижу большие возможности сотрудничества, мы будем дружить в Белграде, и я думаю, что это будет вызывать большой интерес не только института, но вообще нашего Министерства здравоохранения. Потому что этот вопрос ракового заболевания, к сожалению, он является у нас очень актуальный, особенно после этой НАТО-бомбардировки 1999 года. После музея делегация осмотрела клинические подразделения центра. В ходе осмотра Славенко Терзич подчеркнул, что в Сербии очень высоко ценят российских врачей. В
сложных медицинских случаях, там говорят, здесь даже русский врач не справится. Участники встречи обсудили вопросы развития международного сотрудничества в области лечения онкологических заболеваний между медицинскими учреждениями Сербской Республики и Обнинским онкологическим центром. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Восемнадцатого марта в администрации города Балабаново прошло еженедельное рабочее совещание с участием представителей коммунальных служб, управляющих компаний и муниципальных учреждений. Обсуждали проблему водоснабжения домов по улице Гагарина и организацию субботников. Говорили и о трагедии, случившейся на днях на железнодорожном переходе. 15 марта на железнодорожной станции Балабаново случилась трагедия. Жительница города погибла под колесами поезда на переходе через железнодорожные пути. Об этом сообщил представитель МЧС. К сожалению, это далеко не первый случай, когда на переходе происходит трагедия. В связи с этим руководитель городской администрации предложил установить на путях подхода к опасному месту информационные щиты. Может быть, нам какие-то информационные щиты поставить? На входе. Такие, на да. Вот. Каждую неделю, ну понятно, но по крайней мере наглядно при вот, подход, на путях подхода со стороны коммунальной. Именно на переезды поставить. Обрати внимание на подумать, каким образом это визуально сделать так, чтобы людям в глаза бросалось. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства сообщил о том, что в этом году в Балабанове будет реализован проект безопасного перехода. Примерно то, что у нас реализовано на старом переезде. То есть станет безопасно. Средства выделены, 15 миллионов. Проект в прошлом году был готов, выполнен. В этом году реализация. Сотрудники городской администрации и муниципального предприятия «Водоканал» готовятся к проверке гидрантов, установленных на балабановских улицах. Планируется установить дополнительное оборудование на пересечении улиц Лермонтова и Пушкина. В городе также будет проводиться реконструкция мусорных площадок. Перспективным делам на следующий период, значит, приступаем к работам по реконструкции мусорных площадок. Определен перечень. Ну, все мы, конечно, не сделаем в этом году, это первоочередных. Это, в общем-то, те места, где мы делаем благоустройство, это, в частности, на улице Московской, там, в городке, в районе дома 104, в районе почты. Перед проведением работ по реконструкции сначала необходимо согласовать объем вывоза мусорных отходов с Калужским региональным экологическим оператором. Только после этого контейнерные площадки в Балабанове заменят. На еженедельной планерке обсуждался и вопрос об организации субботников в городе. Улица Дзержинского, Московская, коммунальная. Здесь у нас это Страдаловка, да, зачастую. Да. То есть посмотреть места, определить, закрепить за каждым местом ответственного. И план мероприятий, то есть кто у нас идет, кто привлекается, каким образом участвуют разные жители, да, есть у нас и волонтеры, есть неравнодушные граждане, есть депутаты, очень много людей, которые готовы принять участие, вопрос в том, чтобы их правильно привлечь. Также отмечено, что необходимо составить схему по высадке зеленых насаждений, чтобы знать о том, где можно сажать и какие деревья в приоритете для города. В связи с этим будут проводиться организационные совещания. На прошлой неделе уже обсуждалась проблема с водоснабжением домов по улице Гагарина. Представители водоканала тогда просили подождать до конца отопительного сезона. Оборудование, необходимое для ремонта сетей, заказано в Калуге, и поэтому, как только их доставят, водоснабжение будет налажено. В минувший понедельник вопрос о водоснабжении домов по улице Гагарина подняли снова. Было принято решение установить в 21-м доме по улице Гагарина подкачивающий насос для водопровода. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Шестнадцатого марта в Обнинске прошла очередная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции калужских товаропроизводителей. В ней приняли участие 120 субъектов торговли, предприниматели и предприятия-товаропроизводители, личные, подворные и крестьянско-ферменские хозяйства. Ярмарку посетили около 3000 человек. Сотрудники ветеринарной службы Обнинска обеспечили контроль качества продукции животного происхождения. Была представлена мясная и рыбная продукция Думинического района, фермерская молочная продукция Козельского района, овощи из Малоярославецкого, Жуковского, Боровского районов, соленая и копченая рыба Малоярославецкого района, хлеб из Юхнова и многое другое.
Сельскохозяйственные ярмарки администрация Наукограда проводит для поддержки калужских товаропроизводителей. Торговые места для них предоставляются безвозмездно. 16 марта в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп» прошел 7-й этап открытого Кубка Обнинска по плаванию. Более 700 воспитанников спортивных школ Обнинска, Калужской и Московской областей состязались в плавании вольным стилем. Зачет идет по 5 дистанциям. То есть вот у нас есть эти этапы, они проходят потом. Считаются 5 сильнейших результатов у спортсменов по каждому году. И тот, кто у них выигрывает, в сентябре проводится награждение ценными призами. Юноши и девушки 2009-2010 годов рождения и старше проплыли дистанции 200 и 400 метров. Завершающий 8-й этап многоборье состоится в апреле. По его окончании подведут итоги всех этапов и в сентябре перед началом нового спортивного сезона наградят победителей. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19 часов. Мы прощаемся с вами до завтра. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на наших страницах в сети интернет. Всего доброго и до встречи!